Привет, ребятки. В общем, я забыл микрофон для камеры. Меня не хотели заселять в гостиницу вчера. Сегодня утром я приехал не в тот клуб. Привет. Сегодня утром я приехал не в тот клуб и 30 километров ехал до точки назначения. В общем, опоздал на взвешивание, но меня приняли, потому что я жирный и так можно меня не взвешивать. Вот и сейчас нам подрезали задание. Трастеры без разбива, 40 килограмм, 2 минуты работаем. В финал проходит только 3 человека, потому что только 3 концепта есть у клуба Доберман. И Доберман, кстати, добрый человек переводится. И выходы на турнике за один подход. Можно отрывать руки от турника, можно висеть на одной руке, можно висеть на зубах. Ну, в общем, очень интересно. Настроения нет никакого снимать, так что просто смотрите, как я выступаю. When you came in looking like that, oh, I knew it right there, baby, I'ma take you home. Saw you at the corner of my eye, why don't you just blow my mind if I could just get you alone? Talking like you are, I see through your smile. Why don't we go out and paint the town? I know that you are, you just in denial. Why don't you just let me take you down? Oh, I can hold you down. Yeah, why don't you just let me hold you down? Look me in the eye, tell me you don't wanna try. Because baby, I can hold you down. If you give me a chance to keep this devil dancing, oh, 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 I can hold you down. Я сделал трастер 110, я сделал 51 трастер с 40 килограммами. Я не знаю, какой это результат. Я знаю, что ребята делали больше и повторений, и килограммов, но не могу сейчас объективно оценить свое положение. Короче, на третьем подходе я закосячил. Ну, я закосячил, и мой судья тоже закосячил. Мы не проверили вес на штанге, и у меня слева висело на 5 килограмм больше. Я сделал тягу, понял, что вес не тот. Спросил судьи, можно я скину и сделаю. На что он ответил, нет, нельзя. Мимо проходил главный судья, оставалось 30 секунд до завершения комплекса. Я по Борику спросил у него, можно я скину. Я вес неправильно повесил. Он такой, да, конечно, скидывай. Все, я повесил на адреналинчике, сделал 110, хотя до этого 105 на тренировке. Еле дожимал. И 51 трастер я сделал. Два раза отдохнул. Можно было меньше отдыхать. Можно было сделать больше трастеров. Но сделал, сколько сделал. В общем, отдыхаю. Сейчас подтягивание. 1 ПМ. Всю еду я оставил в гостинице, которая за 30 километров от этого зала. В общем, сейчас ко мне приедет моя родня. Привезет мне покушать. Сейчас я у Маши Шабановой стырю яблочко и поем. Oh, I might steal a couple girls, but a fast one, task done. Stepping up to me, it's a cap gun to a magnum. I'ma shoot the shot, I don't lose a lot. Cause it's always my time, I don't use a clock. Ride around the city with a girl in a front seat. I know where I'm headed, baby, trust me. Расклад такой, я потянулся с полтишком. У меня, смотрите, типа новая маечка. Иван Зиновьев, Gold Fitness. Ну, короче, ладно. В общем, я потянулся с полтишком, что для меня стало удивлением, потому что на тренировке я 45 делал. А, я 45 не делал. Я делал 42,5, по-моему, максимум. Поэтому я начал с 40, второй подход я сделал 45. На третий думал, давай-ка я рискну. И сделал полтинник с запасом. И мне судья все время говорила, типа, ты так легко делаешь, ты так легко делаешь. Типа, давай-ка это 80 накидывай. Ну ладно, что. Кстати, Ульяновск, делай дороги. Дороги просто говнище. Я пока ехал сюда, в зал, чуть тачку не раздолбал. Спасибо организаторам. Бесплатно кормят атлетов.
мимо проходил, говорят это. У нас есть корошка, будете? Я говорю, буду. Без нала можно? Они говорят, вам бесплатно. Вот. Приятного аппетита. Как раз вовремя дядя Ваня забыл еду в гостинице. Ребята, я снялся с соревнований. Предсказуемо, у меня заболело левое колено. Я решил не продолжать. Да и в принципе смысла не было. У меня 9-е место было после 3 заданий. Сейчас так, а дальше будем работать. Конечно, меня снова подвела моя... Точнее, не моя сила, а отсутствие моей силы меня подвело. Потому что все задания анаэробные. И пистолеты в том числе. Но было очень приятно, ко мне подошел. Короче, камера не хочет записывать с батарейкой неоригинальное видео. В общем, я не договорил, что мне было очень приятно то, что ко мне подошли парни из Чайковского и захотели со мной сфотографироваться. Типа, я там кроссфит-блогер известный. Я поржал. Ну, конечно, я с ними сфоткался, и я был очень рад увидеть людей из Чайковского, потому что в этом городе я провел все свое детство. Когда у меня начинались каникулы, я на 3 месяца уезжал к бабушке в Чайковский. Я знаю реку Каму, я знаю Чайковскую ГЭС, я знаю шлюзы, я знаю гаражи за шлюзами. Я знаю весь город. Поэтому, просто я рад был увидеть этих парней и... Передаю вам, ребят, огромный привет в город Чайковский. Летит от меня вот так к вам. Привет летит. Отдыхаем, готовимся к следующим стартам. Всем желаю не травмироваться и прогрессировать. Спасибо, что смотрите. Всем пока.